В Донбассе пропал итальянский журналист. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР. Об исчезновении военного фотографа и корреспондента Роберто Травана там узнали от его знакомой, жительницы Мариуполя. По ее словам, в середине декабря журналист прибыл в город, чтобы снять серию репортажей о вооруженном конфликте в регионе. К нему были представлены несколько украинских пограничников, но Траван жаловался, что они не дают ему снимать то, что он считает нужным. Последний раз иностранец выходил на связь со своей знакомой 23 декабря. Перед этим сказал, что силовики пообещали отвезти его на передовую. О местонахождении журналиста с тех пор ничего не известно. В его аккаунте в Фейсбуке записи регулярно появляются, но непонятно, сам ли он их публикует или нет.